Ты видишь меня? А я вижу тебя. Сейчас мы только проснулись недавно, ходили покупаться в бассейн. Вот, я сейчас в купальнике. Купальники. Вот, с мокрой головой, но она немножко уже высохла, потому что мы позагорали на солнце. Вот Нютка. Она не хочет, чтобы ей показывали. Сейчас пойдем в душ. Хочешь посмотреть, какая у нас ванна? Она классная. И после душа пойдем кушать. Вот наша ванная. Там-та-там-там-там. Ладно. Я пойду мыться. И чуть попозже опять выйду на связь с тобой. Доброе утро, кстати, потому что у нас еще 12 часов, у нас еще утро. Вот. Увидимся чуть позже. Пока. Ты меня видишь? Я тебя вижу. Я лежу на кровати. Разговариваю тихо, не знаю почему. Вот моя кровать. Там деньги какие-то лежат. Нет, по-моему, положила. Ладно, ой-ой-ой. Сейчас я пойду обедать. Нютка уже ушла, она меня не дождалась. Вот. Я только из душа. До этого мы ходили купаться. И вот сейчас пойдем есть. Пойдем есть? Ну, пошли тогда вместе. Так, моя карточка. Вот моя карточка. Включаем свет. И идем есть. Кто это? О боже! Они надвигаются. Так, есть. Так. Не буду вам показывать. Деньги вот так на кровати. Знаешь почему? Почему? Потому что если ты оставляешь деньги на кровати, это значит, что оставляешь горничную. Поэтому такие большие суммы уходят. Черт. Это вообще-то мне Нюта оставила. То есть она считает меня горничной? Да, значит, горничная. Я горничная. Ну, посчитай меня горничной. Ладно, ну что, идем? Да. Дам-д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 ам. Хочешь, я покажу тебе бассейн? А, отсюда не видно бассейн. Вот тут видно море. Вон там море. Еще не приехал лифт? Очень красиво. Но там очень грязная вода. Поэтому мы с тобой туда не пойдем. Зато мы с тобой пойдем есть. Вот приехал наш лифт. Какие-то... Здравствуйте. Нулевой. Женщина. Тем не менее, перед тем, как выйти с лифтом, смотрела на свою попу в зеркало. Пошла. А я не вижу, это моя попка, а моя попка. Ты не поняла, что происходит. У меня второй глаз. Нет, она еще. У меня третий глаз. Третий глаз. Он что-нибудь видит? То, что не видишь ты. Ну, ты вон прозрел. У него должно быть, да, скрытый такой, знаешь.